Объединение и соединение военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. К участию в мероприятиях боевых подготовки привлекаются порядка 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала, частей и соединений. В течение нескольких дней экипажи кораблей, части морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполняют свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия, в том числе зенитно-ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации военно-морского флота. Главной целью при проведении учений является проверка действий органов военного управления военно-морского флота всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению.